В минувшую субботу в парке «Маяк» прошел один из этапов фестиваля хип-хоп-культуры «Новая волна», в рамках которого состоялись городские соревнования по брейк-дансу. Участие принимали более 30 танцоров. Организатором состязаний выступила Магаданская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация брейк-данса Брейк-49». В качестве главного судьи танцевальных баталий выступил специально приглашенный гость из Москвы Марк Бир. По итогам состязаний лидерами стали в категории 7-9 лет Артем Губа, 10-11 лет Влад Карпов, 12-13 лет Всеволод Сторч, старше 14 лет Артем Вишняков. В свободной номинации «Король круга» лучшими были признаны Дмитрий Андреев и Мария Леонова.